Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. Вы на канале Крош ТВ, с вами Крош, да, я Крош. И у нас снова последний, наверное, повтор в этом году по игре Total War Warhammer. Посмотрим, что отряды, какой же эпический бой был с эльфами, по вашим же просьбам. Я повторяю этот бой, показываю его, хотя бой не очень-то удался, на мой взгляд. Ну, посмотрим. И сразу же напомню, друзья, что кому понравился мой канал и кто хочет поддержать его, подписывайтесь на него, ставьте палец вверх, комментируйте. И вступайте, конечно же, в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Давайте начнем. Сейчас я вам объясню, почему этот бой я не очень хотел показывать. И что же там произошло такого? Как вы можете заметить, друзья, у меня здесь практически на 98% топовая армия вот здесь. И вы сейчас скажете, ты же сейчас можешь просто выхлестнуть их. Вторая моя армия просто подходит. Видите, как я расположил их, просто карта из себя ничего интересного не представляет. Суть того, что я хотел сделать. Я думал, что сейчас эльфы встанут вот здесь вот, побоятся на меня. Кстати, это они на меня напали. Побоятся на меня напасть. А я, как обычно, ну, как все знают, чтобы меньше потерь было, я возьму своего Крутгара, подведу вот, да, вот здесь вот где-нибудь, вот здесь вот. И он у меня сейчас будет бегать туда-сюда, как бывало во многих боях с эльфами. Я просто истощу их запас стрел. А мой Крутгар, конечно же, устанет, немного его покосают, но в основном он будет жив и с ним будет все нормально. Потом я потихоньку буду подводить отряды, то есть поставлю отряд вот здесь вот, поставлю отряд здесь вот, они начнут межоваться, вот здесь у меня будут топовые стоять, динозавры, потом буду потихоньку вот так вот подходить, и в конце концов они не выдержат, врежутся, и вот эти уже с двух сторон будут нападать. Я думал именно так. Даже то, что они на возвышенности, это ничего для меня не значило. Вот такой вот был мой план. Давайте посмотрим, что происходило. Это, кстати, нетипично для эльфа, потому что эльфы решили напасть на меня. Я не поверил своим глазам. То есть весь мой план сошел на нет. То есть я вижу, что они начинают идти. Здесь два дракона. Я выставляю своего Крутгара. Может быть, это произошло из-за того, что я не отключил некоторым отрядам этот стрельбу, хотя раньше я отключал. Я знал, что у меня здесь топовый отряд, я знал, что я выхлестну их просто легко. Легко просто решил... Да, видите, вот я начинаю тратить их боезапас, но они не останавливаются. Они направляют свою конницу вот сюда вот. Они направляют двух драконов. Они направляют своего... Это кто у них? Ледяного феникса сюда, кстати, ему сейчас там жопу порвут. Я понимаю, что надо убегать. И вот, наконец-то, думаю, фиксе. Думаю, Крутгар, наверное, все равно не умрет. У меня начинают лететь стрелы. Я понимаю, что Крутгара надо спасать, причем быстро. Не успеваю поставить, то есть вот здесь у меня большая куча просто стоит. Решаю уже нападать. Видите, здесь уже мой Крутгар начинает убивать дракона. Ледяного дракона. Сейчас придет второй. Я направляю туда. Просто вот это было, кстати, очень зачетно. У них очень много лучников. Я понимаю, что сейчас потеряю многих. Я знаю, вот эти у меня, короче, два отряда очень покоцаны. Я решаю их, короче, направить вот сюда, к этому отряду, чтобы, дабы их не потерять. Потому что, когда я автобоем этот бой срабатывал, у меня
Мы выигрывали, конечно, ну, с гигантскими потерями. Что-то у меня вот эти еще стоят. Но я думаю, они сейчас тоже пойдут в бой. Замесом. Да, видите, Феникс. Я пытаюсь Феникса догнать, чтобы он не взлетел. Но этот пернатый говнюк, ему удается взлететь, к сожалению. Из-за этого я решаю напасть вот сюда вот. Выхлестнуть вот этих лучников. Тут уже погибло у них один дракон. Мой Куродгар сейчас будет добивать второго. Я не хочу его отпускать, потому что он сейчас взлетит и начнет полыхать на меня всякой гадостью. А, может быть, вот эти стоят из-за того, что они были покуцаны, я решил не тратить на них время. Да, вот моя конница врезается. И, в принципе, она вот здесь вот, вот тут конница. В принципе, они вот здесь вот зарешают. Вот тут вот сейчас большие битвы. Здесь их главный герой. Большая битва происходит вот здесь вот. Вот тут небольшая битва. Про этого я забыл, если честно. В принципе, да, кстати, вот здесь Феникс пытается опять взлететь. Он опять попал. Я решаю вот этими двумя помочь. Вот этому отряду. Да, этому пернатому говнюку удается взлететь, к сожалению. Но он уже не вернется на поле боя. Он уже улетит. Ну что, для меня тоже неплохо. Жаль, что не убил. Конечно же. Здесь дракону потихоньку приходит трындец. Он уже пытается взлететь. Но ничего из этого ему не удается, вроде бы. Или удастся. Я вот не помню, удастся ему. Вот тут погиб его герой. Мой Крутгар, уставший уже после битвы с двумя драконами. Вроде мы его сейчас выхлестнем. Ну просто, да, все. Двух драконов он потерял. И они все начинают бежать. Бой вроде бы должен был быть легким, но из-за лучников мы потеряли очень много бойцов своих. Очень много отрядов, к сожалению. Вот здесь просто смотрите, сколько отрядов мы потеряли. Про этого я так и не вспомнил. И сейчас мы просто начинаем уже их догонять. Я увеличу скорость. Я специально не стал, решил их догнать, чтобы повырезать их всех. И, в принципе, здесь уже нечего смотреть. Давайте закончим. Закончим повтор. Блин, жаль, не показала, когда заканчиваешь, сколько у них осталось. Но мы их очень сильно вырезали, короче, друзья. Да, ну, конечно же, потеряли немного своих. Вот такой вот бой, который не удался мне по тактике, когда противник меня перехитрил, но это ему не помогло. В этом бою для меня было главное, это спасти свои косвенные отряды, дабы потом ими зарешать. Ну, чтобы они успели восстановиться. Что я и сделал. Ни один отряд мой не погиб в этом сражении. Выжили всем. И в дальнейшем они восстановились. И еще дали трендюлей. Этим ушастым гадам. Вот на этом мы и закончим нашу, друзья, серию в этом году. О Вархаммере. Если, конечно, вы хотите, чтобы я выложил полномасштабное прохождение, то, друзья, пишите, конечно же, в комментариях. Комментарии все я читаю. И ко всем комментариям я, конечно же, прислушиваюсь. И, может быть, мы не выложим полномасштабное прохождение, где захватим всю карту Warhammer 2 Total War, друзья. Да. И с вами, друзья, я уже попрощаюсь. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх, комментируйте.
И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока.